Послушай меня, эти переговоры должны пройти в тайне. Ты не можешь даже упоминать мое министерство. Доверься мне. Встреча в Осло планировалась с надеждой наладить диалог между Палестиной и Израилем. Если ничего не выйдет, многие пострадают. Зачем мне принимать вашу помощь? Вам нужно уединенное место для встречи с палестинской стороной. Я никогда не был с израильтянином в одной комнате. Секретный канал связи между Израилем и Палестиной. Советник министра Тирье всего лишь социолог. Ну и мой первый еврей. Для моей страны вы террористы и убийцы. А для моей страны вы нация дикарей, чья армия стреляет в наших детей ради забавы. С ним невозможно договориться. Такой прогресс всего за 2 дня. Это просто невероятно. Их подход непривычен, но этот план помог начать диалог между 2 народами. Наши страны живут прошлым и не могут смириться с тем, что пережили. Давайте найдем способ жить настоящим. Смотри, они смеются. Еще один шаг, клянусь, я подам на развод. Представителям Израиля запрещены контакты с Палестиной. Если вы будете продолжать, если узнает мировое сообщество, начнутся беспорядки, прольется кровь. Из-за вашей войны погибают ваши дети. Из-за нашей войны вы наконец услышали нас. Или вы подпишете условия, на которые мы согласились, или все кончено.